Здравствуйте! Это программа «Мироносец» о женском служении во славу Божию. Героиня нового выпуска, открыв для себя журналы духовного содержания, осталась предана этой тематике. Теперь же она является выпускающим редактором Санкт-Петербургского епархиального вестника «Вода живая». По первой специальности Анна Ершова – программист. Тяга к писательству сначала было хобби, которое целиком захватило нашу героиню. В журнале «Искорка» она вела компьютерную страничку, писала статьи в женские журналы. Параллельно преподавала компьютерную грамотность для детей и взрослых. В какой-то момент после рождения какого-то из моих детей всегда наступает некая пауза у женщины, на мой взгляд, очень полезная, чтобы остановиться, как бы посмотреть то, чем ты занимаешься. Вот. И когда родился мой второй ребенок, то вот в этот период отдыха такого от работы, первый его год, я как бы поняла такую вещь, что мне возвращаться в школу, где вот я до этого работала, и на курсы переподготовки сложно, потому что когда дома двое детей уже даже хотя бы, да, ну, там работа очень тяжелая эмоционально. Ты как бы приходишь домой такой слегка измотанный вот уже вот этим общением с этими там подростками, детьми, то есть вот тебя вот, в принципе, ты выжатый как лимон, из тебя все соки выпили, там, Анна Юрьевна, поставь мне зачет, то есть они все время дергают, в общем, такое все время. И вот я поняла, что дома, вот, когда приходишь, тебе хочется одного, чтобы тебя все отстали, и ты лег спать. Ну, как бы это вот, так я подумала, что это как-то странно, в общем, ну, а я всегда так работаю на полную катушку, то есть я там вся отдаюсь, там, и, в общем, и все это мне становится первоочередное, да, вот, как бы, моя работа, и, как бы, семья уходит на второй план. И, в общем, вот как раз в эту вот паузу, передышку первый год жизни я поняла, что, наверное, это не есть очень хорошо. Анна Юрьевна закончила Европейский институт экспертов по специальности «Издательское дело и редактирование» и стала работать журналистом. Потом я обнаружила в храмах черно-белый журнал «Фома», первые его номера. Значит, когда я почитала этот журнал, я понимала, что это вот такой мой друг, вот это то, что я хотела увидеть. Это был первый опыт, когда с людьми разговаривали о вере живым и таким обычным языком, да, не с каких-то вот таких вот высот, что там ты должен делать так, а если ты не делаешь так, то ты, значит, будешь гореть в аду. И эти книжки, они, вот, литература тех времен, да, вот как бы она очень так человека угнетает. Ты как бы сразу понимаешь, что ты не соответствуешь, ты весь такой плохой, греховный, у тебя два желания, два, получается, выхода, или впасть в уныние, или вообще уйти лучше из этого места, да, из церкви, сейчас я имею в виду, где ты чувствуешь себя таким прям вот плохим. Вот. Ну, литература была вообще в те времена, вот, да, вот, как бы конец 90-х, начало 2000-х, она была очень некачественная. У нас вот начали вот эти репринтные издания, потом какие-то вот сомнительного содержания брошюры там вот, которые вот отец Андрей Кураев тоже вот немножечко высмеял, как, например, там брошюра «Как вести себя на кладбище», да, «Как вести там, лежи тихо и жди второго пришествия». Вот этой литературы было полно, и среди них я увидела вот журнал «Фома» черно-белый. Я в него влюбилась, потом натура активная, я сразу связалась с людьми как бы в Москве, там, Володей Горболиковым, и сказала, что я журналист и могу им помогать. Так наша героиня была тепло принята в редакции журнала, разделив одну идею. Она вносила посильную помощь, стараясь, чтобы как можно больше людей смогли узнать о журнале. Стала на своей машине просто вручную, как бы вот ручками развозить эти журналы в те места, которые, значит, там принимались, ну и что-то им писать параллельно. Вот через какое-то время, когда «Фома» стал уже более таким известным журналом, они меня пригласили в штат. И я ушла из своего светского журнала, ну, потому что мне это стало просто интереснее. Просто вот для меня это было такое вот, это все было для меня. Я ушла в «Фому». В новой среде наша героиня отдавала свои силы, желая писать о нужных и своевременных вещах, которые переживала как воцерковляющийся человек сама. В основном получалось, да, что я предлагала темы, писала как бы о своих каких-то трудностях, да, вот человека, пришедшего в православие, там, в каком-то в таком, там, ну, когда вот я пришла, вот я крестилась в 22 года, по-моему, примерно.
То есть, соответственно, переживала все этапы роста как бы, человека в церкви. Об этом, как человек пишущий, я могла и хотела говорить. Поэтому либо свои какие-то выкладки, либо я эти вопросы задавала людям, с которыми я общалась. Петербургские медьки, участники группы «Аквариум», Геннадий Бачинский и многие другие известные люди, у которых Анна Ершова брала интервью для журнала «Фома», разговаривая о сокровенном. Во-первых, как вот производится, например, интервью, да, вот в православном журнале с человеком, который является звездой там, или просто очень известным, да? Ну, вот, например, тут же можно на что напороться? Мы разговариваем со всеми о Боге, о вере, о религии. Да? И для того, чтобы поговорить, нужна какая-то почва. Я не могу прийти там, к любому человеку и сказать, там, вот, там, расскажите про свой путь к вере. Да? Он скажет, вообще, какой путь к вере, вообще, о чем? И для этого нужно как бы прощупать немножечко почву, то есть узнать, человек действительно верующий. Там. Такой момент, когда с этим человеком встречаешься, ты все равно до конца не веришь, что он все-таки вот настолько глубоко верующий человек. Вот, и вдруг для тебя такое вот откровение, что человек действительно вообще глубоко верующий. Это было вот со всеми, с кем я разговаривала, вот с Вячеславом Бутусовым, вот с таких. Потом, например, для меня было просто... Я была вообще влюблена какое-то время в этого человека и была очарована общением с ним. Это я уже говорю сейчас про Ульяну Лопаткину, прима-балерину Мариинского театра. Просто когда я с ней поговорила... Это был просто для меня такой восторг, и она такой интересный собеседник. И тоже узнав, что она человек такой глубоко верующий. То есть вот я считаю, что лучшие мои интервью были сделаны вот с Ульяной Лопаткиной, вот с Вячеславом Бутусовым, может быть, ну, вот Ульяна на первом месте. А потом из Фомы я оказалась в церковном вестнике, то есть вот в «Воде живой», которая тоже сначала просто помогала, поскольку была знакома с отцом Александром Сорокиным. Вот. Тоже ему какие-то материалы писала, как-то помогала, когда он только начал вот этот журнал вот перерождать из церковного вестника в «Воду живую». Просто спрашивал меня совета, как у опытного журналиста, вот, с которым он был знаком. Вот. И я как вот наблюдала за ростом «Воды живой», помогала. А потом, когда так получилось, что освободилась должность выпускающего редактора, он мне предложил там работать. Вместе с протоиереем Александром Сорокиным, ответственным редактором, они придумывают номера журнала. После первичной редактуры к работе приступает литературный редактор, корректор. Далее работа, которую контролирует наша героиня, на этом не заканчивается. И вкладывая силы, Анна Ершова хочет, чтобы журнал знали. Я хотела бы, чтобы наш журнал читало больше людей. Потому что я считаю, что мы делаем очень качественный продукт, и мне часто обидно, что люди его не знают, потому что у нас нет какой-то такой, знаете, выделенной там пиар-компании, там рекламы. И вот кто его как бы открывает для себя, то потом говорит об этом. Вот. А я считаю, что мы делаем очень хороший, качественный, достойный продукт. Утешаю сотрудников, когда мы говорим о том, что нас мало читают. Я говорю, ничего, за то, что наши потомки, они в библиотеках найдут этот журнал и будут читать и радоваться. Епархиальный вестник – это кропотливая каждодневная работа, направленная на то, чтобы подать рубрики журнала познавательно и современно. Журнал, мне кажется, вот на мой опять же взгляд, всегда интересен, если он пишет о конкретных людях. Да? Вот, например, у нас рубрика «Приход». Мы ее придумали так, что мы не пишем, как бы, что вот этот храм, его история создания, где он там... Ну, это мы тоже, конечно, пишем, но как бы кратенько, да? А мы делаем фокус на людях, вот простых вот людях, там, свечница в храме, там, сторож, просто прихожанин. Когда они рассказывают о себе, это всегда интересно. Коллектив зачастую работает без командировочных во славу Божию, посещая отдаленные приходы Санкт-Петербургской епархии. Это у нас альтруист отец Александр Сорокин садится в свою машину, сажает рядом с собой корреспондента и фотокорреспондента, и они едут на дальние приходы. Он причем очень любит это дело и все время подчеркивает, что каждый месяц должны быть про деревенские храмы, всеми забытыми у нас материалы. И вот он это делает, собственно, по доброй воле. То есть он тратит весь свой день, причем это обычно воскресный, да, настоятель крупного прихода, возглавляющий издательский отдел, у которого вообще просто миллион дел. Просто я не знаю, когда вот он ложится, когда встает. Но письма от него приходят в 5 утра. Готовя материалы для светских и духовных изданий, наша героиня прошла путь
когда осознала важность несения слова в мир. Поэтому прекрасно понимает журналистов, которые пишут в воду живую по зову души. Я могу судить по себе, что человеку, конечно, очень приятно работать. Вот, если ты журналист профессиональный, у нас есть журналисты, которые работают, например, вот в вечерке, там, не знаю, им приятно писать о том, о чем они не могут писать на своем рабочем месте. То есть, да, о духовной жизни человека. Это интереснее, на самом деле. Это такой бесконечный мир. Когда ты работаешь в светском журнале, ты пишешь примерно об одном и том же. Да, у нас город, на самом деле, маленький. И даже афиши читаешь, приезжают все одни и те же. Там, ну, там кто-то новый появляется, все это хватает, эту звезду, все начинают ее интервьюировать. То есть, в принципе, эта среда мне хорошо знакома. Тут ты можешь писать о духовных каких-то делах, скажем так. Это бесконечная какая-то вообще, вот открывается перед тобой бесконечная возможность. Профессия журналист, с которой начинала Анна Ершова, показала, насколько интересен духовный мир для человека, ищущего и нашедшего спасителя. Лично я просто благодарна Богу за то, что я работаю в духовном журнале, и множество своих духовных вопросов я с этой помощью решаю. Я вообще всегда работаю, когда интервьюирую, о чем-то пишу, я всегда как бы делаю то, что мне интересно, то, что я в данный момент сама не знаю. Вот я как бы написала материал, узнала. Это такой анекдот есть про учителей, когда он учитель объясняет им четвертый раз какую-то задачу или там теорему и говорит: «Слушайте, я уже сам понял, а вы все еще не поняли». И вот я когда пишу как бы материал, если какое-то интервью беру, я как что-то действительно сама понимаю для себя. Это интересно, и это никогда не надоедает. Здесь в небольшом коллективе сложилась дружественная атмосфера, когда работа и общение неожиданно открывают что-то важное. Вопросы, которые меня смущают, я, наверное, вот решаю со своим духовником, меня лично. Но, опять же, как бы жизнь же у нас как? Вот Господь же действует через какие-то, через людей, через обстоятельства. Иногда свой вопрос какой-то в душе, даже на планерке мы что-то обсуждаем, мы можем начать спорить и рассказывать очень много там с личного какого-то своего опыта, своей жизни и узнать ответы на свои вопросы даже вот просто на планерке. Не говоря о том, что вот общение, например, с отцом Александром Сорокиным, для меня это вот, ну, скажем так, на первом месте вообще вот в моей работе. То есть я не хочу говорить о том, что было бы, если бы был не он, не хочу даже думать про это, но в принципе как бы просто скажу, что это для меня номер один. Постоянный процесс выпуска журнала накладывает и свои сложности, когда приходится находить время и для работы, и для четырех детей. На самом деле работаю очень много по ночам. И обнаружила такую вещь, что я стала гораздо меньше спать. То есть мне как бы 5 часов хватает, чтобы выспаться. И ребенок спит маленький 11 где-то часов ночью, да. Из них сплю я 5. Это получается 6 часов, да. Ну как бы это в лучшем случае. Ну в худшем, конечно, 3. Ну то есть, в принципе, достаточно большое тихое время, в котором можешь очень концентрированно работать. Как-то так вот Бог дал мне силы, что раньше у меня такого не было. Даже вот там... Не знаю, 15 лет назад, когда была гораздо моложе, я, если не высыпалась, я была вся больная, там, разбитая. Сейчас как-то так получилось. Может быть, знаете, когда говорят, имеешь дерзновение, Господь дает и силы, и время. Поскольку я вообще все время работаю с последним ребенком, вот моим четвертым, которому сейчас 2 года, я не уходила даже в декретный отпуск. Просто так мы решили с Александром. И сначала вообще, конечно, нам казалось, что это безумие. Но потом как-то вот все эти трудности остались позади, и... Я не могу сказать, что там брошенные дети плачут по лавкам. То есть я все успеваю с Божьей помощью. Епархиальный вестник «Вода живая» читает еще не вся Санкт-Петербургская епархия, но честно выполненный труд обязательно заметят и оценят. Пожелаем Анне Ершовой и ее коллективу помощи Божией во всех начинаниях.